В Ненецком округе в период с 17 по 23 мая прошла 6-я глобальная неделя безопасности дорожного движения, темой которой является снижение скоростного режима в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков. В рамках мероприятий, приуроченных к глобальной неделе безопасности дорожного движения, сотрудники ГИБДД совместно с юидовцами провели флешмоб с целью напомнить скоростные ограничения. Сегодня госавтоинспекция совместно с юными инспекторами дорожного движения «Дюцлидер» решили провести флешмоб под названием «Сбавь скорость, сохрани жизнь», чтобы привлечь внимание всех участников дорожного движения к главной теме. На сегодняшний день одной из самых главных причин аварий на дороге – несоблюдение скоростного режима. В наше время очень важно быть бдительными и приучать молодое поколение к правилам безопасности. Мы участвуем в акции, во-первых, по безопасности, чтобы все были внимательны и осторожны. Нужно остановиться, посмотреть налево, направо, рассчитать, какая скорость автомобиля. Если он едет очень близко и большая скорость, надо остановиться и подождать, пока он проедет, либо остановится полностью. Потом, когда все автомобили остановились, надо перейти спокойно дорогу, но не бежать, а быстрым шагом. Да. Наряду с юными инспекторами дорожного движения флешмоб подхватили добровольцы. Мы будем использовать трафареты, а также у нас есть баллончики. С помощью этого оборудования мы будем наносить на асфальты различные рисунки, и которые будут, скажем, наглядно показывать детям, что необходимо слезть с транспортного средства. Теперь в городе перед каждым пешеходным переходом есть предупреждающие знаки для пеших участников. Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют быть бдительными и соблюдать правила дорожного движения. Василий Хатанзийский, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».